Подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу фермер размер 3 на 10. Пока что приехали, разгрузились и начинаем монтировать. Теплицу мы построили, все зафиксировали, выровняли. Сейчас будем крыть теплицу поликарбонатом. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу фермер 3 на 10. Идем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны, форточка торцевая с другой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Арки в виде ферм. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас система подвески, 4 нитки. Есть 2 коньковые фрамуги на термоприводах. Есть диагональные усилители. Вся конструкция стоит на брусе. Брус 100 на 100 пропитан антисептиком, закреплен к бетону с помощью пластин уголков. Вот такая отличная, очень прочная, надежная теплица фермер 3 на 10 у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем.